В Комитете гражданской авиации не исключают подорожание авиабилетов. Дело в том, что около трети стоимости перелетов составляет плата за покупку топлива. А она, как сообщили в КГА, может и повыситься. Топливо, да, оно зависит от, оно достаточно волатильный продукт, зависит от мировой конъюнктуры, цен на нефть. То есть, как бы, и цены на авиатопливо у нас не регулируются. Но даже если бы внутри страны цены на авиакеросин регулировались, это не решило бы проблемы. Дело в том, что Казахстан производит его меньше, чем потребляет. Только в прошлом году на авиаперелеты пришлось 806 тысяч тонн топлива, а произвели отечественные нефтеперерабатывающие предприятия всего 648 тысяч. Остальные 20% Казахстан импортировал. Так что если зарубежные поставщики решат продавать топливо дороже, то и цены на авиабилеты внутри нашей страны могут взлететь. Но если стоимость перелетов может подорожать, то вот повысится ли уровень сервиса, никто не прогнозирует. Даже председатель комитета гражданской авиации, который отвечает за авиационную политику страны, считает, что условия не идеальны. По пятибалльной шкале, я думаю, это 4. С минусом. 4 с минусом.